застать меня врасплох? Конечно, думаю. Да что с тобой? Забудь о жалости! Ах ты падла! Ах ты падла! Ах ты падла! А я могу в тебя стрельнуть? И чертовски слабый. Нет, сам ты козюля. Медленно. Сам козюля. Все? Где твое чутье? Ах ты падла. А давай мы в тебя... Лови. Лови. Стой. Стой. Отстань. Ах ты падла. Лучше поспеши. Мало ли что случится с девчонкой. А что ты хочешь от меня? Где ты хоть? Где ты? Алло, отстань, пожалуйста. Дай, все, отстань. Угу. И чего? Так, куда нам нужно? Нам нужно... И без понятия, куда нам нужно. Походу, на второй этаж, да? Да, на второй этаж спустить. Или поднять дверку. Вот, дверку поднимаем. Я так и не понял, конечно, что произошло. Либо я его ослепил светошумовой гранатой, либо он нас и убежал. Ну ладно, а главное, что он ушел. Блин, можно было, конечно, с него... С этого, как его, с РПГшницы луснуть. Наверное, помнишь тот бой в джунглях, когда мы еле выбрались? Но я думаю, что нет тут пока смысла. Первое, чему ты меня научил. Нету смысла из-за того, что... Я так понимаю, это еще не финальный бой. Но в плане того, что я могу с нее стрельнуть, но в конце... Он устроил тут огромную ловушку. В конце мы еще будем. Его не победить. Падла, бежит, да? Слабо! Да, падла. Ага, ага. Ты козюля. Дождемся уже конца. Где ты? Нет, нет, не готов. Не готов. А ты? А ты готов? Ребаный капкан. Так. Ага. Бонжур. Что ты еще тут мне подготовил, падла? Что ты еще мне подготовил? Да как по-другому? Перепрыгивать он не умеет. По-другому никак. Я умею действовать скрытно. Да? Помнишь? Помню. Помню, еще помню, как помню. Помню, сука. Ага. Помню, помню, помню. Но я тоже кое-что умею. I am Batman. Блин, мы сейчас все патроны на эти штуки потратим. Пусть правильно иду? Или не? Да твою ж! Прости, Лем, прости, да. Я никогда в играх не смотрел под ноги. Ага, а зачем мы это сделали? Чтобы обойти это кругом все. Окей. Так, а войти? Ага, вот войти куда. Так. Капкан. Турелька. Хотя не уверен, что на него стоит тратить этот кио. Обожаю РПГшку. О, еще живой! Да-да-да. Везунчик.
Я профи. Кажется, круче меня только вареные яйца. А где ты? А чё ты прячешься? А? Страшно, да? Страшно, я знаю. Да, знаешь, куда стрельнем. Должен признать, ты молодец, раз до сих пор жив. Я перестал слушать таких, как ты. Ах ты, падла, а мне все равно. Смерть забирает трусливых и неосторожных. Мне все равно. Ты какой? Не знаю, спрошу у смерти сам. Ну все, отстань, пожалуйста. Ну что ты? Ну, давай, 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 давай дружить. Неужели это только ради меня? Не стоило. Давай дружить. Все лишь бы порадовать красавчика. Блин, сейчас бы с РПГшки в него обстрельнуть бы, ну. Ладно. Дождемся уже финала. Ты прошел испытание с честью. Держи награду. Так давай, иди сюда. Давай, смерть давай, давай. Близка. Бам. Падла. Давай, 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 Леон. Во. Everybody's a kung-fu fighting. Допускаешь ошибки. Ты мне мозги не запудришь. Решил пойти до конца? Подумайся. Мы с тобой две стороны одной монеты. Нет. Договоримся. Давай договоримся. Ты проделал такой путь. Давай договоримся. Патло. Давай рыбу сидим. Твои не понял. Я от тебя это даже приятно слышать. Падла, падла, отстань, отстань. Наши с тобой пути разошли. Ну что ж, придется улаживать дела по старинке. Все, отстань. Вот тут я согласен, Краузер. Еще один удар, и ты труп. Ну отстань от меня, ну пожалуйста, ну... Это все, Краузер? Устал? А я говорил, устал повторять. Во, это финальный бой, да, будет еще, наверное? Угу, да-да-да. Ты слабак. И никогда не сделаешь, как надо. Жесть. В этом разница. Между тобой и мной, салага. Как в прототипе, помните, было? Была игра. Пора завершить твое обучение. Узри мою силу! Нет. Ты совсем чокнулся, Краузер. Нет, падла. Давай, иди сюда. Иди сюда. В смысле, я с тебя... И это твоя сила? Я бы попросил вернуть деньги. Я в тебя с ракетницы выстрелил, падла. Ты еще пожалеешь о своих шуточках. Козьёль. Только и можешь, да, что прятаться? Я понял. Поздравляю с обращением в новую веру. Вера удел слаб. Реально только сила. Ага. Ну иди сюда, сила. Иди сюда, дерись как мужчина. Блин, падла. Да я нажимал на уклониться. Нет, я ухожу, все. До побачення.
Дон дистали библиотеки. Псих. Почему на него не сработала ракетница? Не могу понять. Блин, зря потратил 50 тысяч, понимаете? Ага, надо было, наверное, в этом моменте это делать. Да, надо было в этом моменте делать. Ну, здорово. Обучение не закончено. Последний урок начнется сейчас. Нет. Пора проучить учителя. О, какая самоуверенность. Давай, салага! Ну ты готов, салага? Да. Уладим дело. Ах ты какашка. Не удивлен, что ты все еще жив. Решали все. Слабака не будет. Если ты не остановишь... Падла, если ты не остановишься, мы сейчас откиснем. Спасать будет некого. Когда-то ты это понимал. Давай, добивай, добивай, добивай. Ну, делай, что должен. Достал нож, режь. Давай, Леон. Прям промеж глаз. Умничка. Хороший бой. Леон. Я думал, он сейчас скажет: Люк, I am your father. Хороший нож, забирай. Да, хороший бой. Забирай себе. Хороший. Бой-то, конечно, хороший, но... Нож разведчика, но... Где... Где наша малышка? Я хочу уже ее спасти, наконец-то. Так, идемте посмотрим, что у нас находится... Находится... Находится в этом ящичке. Что-то мне кажется, что она живет. Что-то у меня такое предчувствие, что все просто так не закончится. Глава завершена. Шикарно. Очередная глава завершена. Хотите сохранить? Конечно, хочу. Так, давайте смотреть, что нас ждет дальше. Глава 15. А можно написать финальная? Не. Нельзя. Карта обновлена. Хорошо. Where are you? Угу. Дополнительная цель. Это то есть нам нужно будет сейчас отсюда пройти вот так, вот так, вот так. И... Мы спасем принцессу, да? Правильно понимаю? Окей. Так, давай смотреть. Видимо, там внутри их святилище. Угу. Эшли. А вот и Эшли. Вечно ее куда-то ведут, вечно она что-то куда-то...
какие-то неприятности попадают. Серьезная оборона. Нормально, нормально. Мы тут с болторезом справимся. Все, больше никаких тут сюрпризов нету, я надеюсь. И куда нам идти? Привет, торговец. Привет, чужак. Здорово. Привет. Так. Что покупаем? Я продаю. Что я могу продать? Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Так, а я ничего не могу продать. У меня ничего нет. Это печалька. Это печалька. Можно, конечно, продать за 200 тысяч пистолет. Купить себе этот, как его... Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Гранатомет и купить себе просто обычный пехоль. Но мы так делать не будем. Ладно, погоди, обменять. На что мы сможем обменять? На иксовку нет. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. По три выстрела очередями можно будет делать. Прикольно, но, наверное... Наверное, нам не хватит это, во-первых, а во-вторых... Так, блин. Одна штучка, да, это стоит, и тут четыре. Порох. Купон на особое улучшение. Что ладно, это? Ладно. Как хочешь. Да я все хочу, но у меня нету ничего, так что... К сожалению, у меня нету ничего. Так, блин. Разные стрелы, да, давай стрелы сделаем. По максимуму. Я так понимаю, нас ждет финальный файтинг, и нам нужны будут с вами и аптешки, и потрошки. Так, давай сохраняться, да. И пошли, блин, а если мы продадим тебе... Прицел, сколько ты за него возьмешь, слышь? А ну. Привет. Мы все равно не этот, как его, не пользуемся. 3000, серьезно? Да, не. До встречи. Не, спасибо, я лучше... Я лучше его обратно положу. За 3 косаря. Так. Положить все, да. Пошлите дальше. За 3000 я его лучше выкину. Чем отдам тебе, хитрая падла. Так, стой, 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 стой. Так, давайте зарядим. Возьмем в руки арбалет. Аиста! Ага, ага, прикольно. Ля, а это что такое? Что это? Что это такое? А это мне нравится. Босс вертолет. Давай, Майк. Ханиган, с меня должок. Давай, Майк, работай. Давай, Майк. А чё они от меня убегают? О, красиво. Майк. Давай. Лупаш. Арр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 рr О, умничка. Так, Майк, помоги. Помоги мне справиться с ними. Так, а Майк пока не с ними справляется. Ля. Погоди, 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 а как отменить? Как отменить?
Да, я вижу. Так. Майка, ты не хочешь меня прикрыть, не? Все, до побачення. Бум. Бегом, бегом, пошли. Все, уходим, берем в руки пехаль. Давай. Ах ты падла, Майк. Красавчик, лучший. Майк красавчик просто. Так, где у нас, что у нас? Вот у нас. Куна матата, ребят. Блин, а нельзя нам было дать этого Майка с самого начала игры? У нас бы быстрее бы все пошло. Реально все быстрее бы пошло. Ой, ой-ой-ой. Майк. Жесть. Так, и что мне делать? Закрыто, хорошо. Не открыть. Каким образом туда? Каким тогда образом мне это все сделать? Майк. Так. Хорошо. Бежим, бежим, бегим. Погоди, потрошки. Но. Так, что мне тут делать нужно? Как мне подняться наверх? Падла. Так, погоди, куда мне идти дальше? Ну, куда-то ж сюда, наверное, да? Наверное, не знаю. Честно, без понятия, ребят, куда мне идти. Да сам козел. Так, что мне нужно сделать? Скажите, пожалуйста. Я понял, что их нужно как-то уничтожить. Только как именно? Погоди. Погоди, не нападай. На. Получи по жопе. Все, шикарно. Да я тоже так согласен, что. Звучит такой энто.
Ага, тут еще вход какой-то есть. Либо вход, либо выход. Так, погоди, 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 не-не-не-не. Так. Давайте смотреть, что тут у вас есть. Ах ты падла, ах ты падла. Пятерочка, пятерочка. Все, хорошо. Ребят. Давай, давай, показывай. Крица, давай показывай. Только куда мне надо, я так и не понял. Блин, жесть какая тут происходит. Так, погоди, погоди. Нам нужна дополнительная цель слева, да, пойти? Влево вниз нужно идти. Походу. Так, хорошо. Ах ты, падла, ля. Почти чуть-чуть осталось жизни. Ладно, спускаемся. Спускаемся и смотрим, что у нас ждет там внизу и куда нам нужно. Во. Спасибо, 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 отстань. Отстань, отстань, отстань. Слушай, мне стрелять нечем. Придется тебе самому. Без проблем, хорошо. Ты справишься? Да, я знаю. Я знаю. I'm the best of the best of the best. Здорово, ребят. Бум. Ах ты падла. Ах, ах, няма-няма. Ах ты няма-няма. Сейчас, ребят, я подымусь. Ну шо? Няма-няма. Здорово. Здорово, ребят, здорово. Так, куда мне нужно? А мне нужно куда-то... Куда-то, наверное, сюда, налево, да? Сюда, налево и вот так. Только куда налево? Сюда, да, налево? Нет, не сюда. Падла. Ну все, Леон, потерпи, еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Сюда ж? Нет, не сюда. Куда-то сюда. Наверное, не знаю, честно, без понятия, куда тут. Куда тут нужно идти. Так, ну сюда и мы пришли. Сюда мы пришли. Тут не пройти, значит, нам нужно вот эту вот дверку, да? Сияющую, мигающую дверку. А как ее открыть? Правильно ж? В эту дверку. Да, в эту дверку. Давайте искать, как открыть ее.
По-любому где-то рычаг, который открывает это все. Мы, по-моему, даже пару рубинов там с вами нафармили. Ага, 53 песет, то есть, отлично, тогда сможем купить себе РПГшечку. Нужно будет, конечно, потом навести немножко марафончик у себя в инвентаре, чтобы она влезла. Вот, все, дверку открываем. И побежали. Ага, и нужно второй будет дернуть рычаг, хорошо. Ага, по нулям, да? Понял, по нулям так по нулям, ладно. Сейчас, ребят, погодите, я иду. Да. Здорово. Это что там, бензопила? А, это свин-паук. Это свин-паук. Свин-паук. Без тебя мы как без рук, свин-паук. Свин-паук. Бум. И давай супер-монстр вылазь. Не? Странно. Я думаю, сейчас супер-дупер-пупер-монстр будет. Ну, странно как-то, ладно. Ага, а мы туда бы не достали. Ну и ладно. Хотя нужно было расстрелять все патроны. Так, 24 патрошка плюс 1. Хорошо. Хорошо. А тут не хочет быть покупать этот такой продавец? Давай! Ты крут! Вернемся на базу, проставлюсь! Знаю один славный бар! Согласен. Вместе с малыхой нашей сходим. Сейчас спущусь. Что? Черт! Нет. Ой, жесть. Неужели нельзя было на этом игру и закончить, не? Неужели нельзя было на этом игру и закончить, не? Блин, ну такая хорошая концовка была. Мы садимся на вертолет, спасаем нашу малыху. И улетаем в закат. Так, мне нужен продавец. Мне очень срочно нужен продавец. Мне для финального файтинга нужен запас боеприпасов. Что за хрень? Тихо. Опять эта сволочь. О, зачем я это сделал, ребята? Ребят, зачем я это сделал? Роскошный браслет. Ура! Нет, зачем я это сделал? Давай, быстрее. Напомните мне больше не...
Не тыркать мешки. Все, проходим. Я даже эти штуки ломать не буду. Все, нам наверх, да? Ага, нам вниз. Окей, тихо. Тихо. Яй. Это змеючка. За что? Ручная граната. Или что это было? Да. Шикарно. Так, давайте сделаем вот так. Немножко наведем порядку. Хотя, ладно, наведем порядок, когда мы с вами найдем торговца. Нет, врешь. Ты спишь. Все, спи. А что мне нужно сделать? Мне нужно пройти через... Через что-то пройти нужно. Ага, вот и ручка. И бежим, просто бежим сразу. Все. И просто бежим. Просто бежим. Дон Бестолет. Библиотека. А вот и торговец. Здорово. Я тебя как раз искал. Чую. Так, давай, чую. Положим тебя сюда. Все, и вот эту штучку вот сюда. Не да, привет. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Я тоже. Так. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Согласен. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Не мне судить, конечно, но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Так, ага, давай лечебный спрей. Больше не меньше, верно? Улучшение, починить. Поосторожней с этой вещью. Починить. По-моему, отлично получилось. Согласен. Так, что у нас с вами есть? Все? Купить. Давайте лечебный спрей. Накупим. Этот товар у меня есть не в прихоть. Накупим. Раз, два, три, четыре аптечки есть. Есть. Хорошо. Приду. Не поверишь, приду. Так. Сохранить. Идем дальше. Только погоди, боеприпасы. Патроны на ППшке можем сделать. Хорошо. Давайте наделаем. Все, не можем, да? Нам не хватает этой штуки желтой. Давайте купим. Привет. Привет. Что покупаем? Запасай. Да. Все, шикарно. Только там не убейся. Да не переживай, будет все хорошо. У нас все будет хорошо. Насчет тебя не уверен, но у нас точно будет все хорошо. Так, пошло сохранение. Отлично. 200 штук есть. На дробовик 3. Давайте на дробовик используем. Отлично. До конца. Ах ты, падла! Все, шикарно. Чем вы там занимаетесь, ребятушечки мои? Скажи, пожалуйста, чем вы там занимаетесь? Что за звуки?
Да, согласен. Просто, просто с тобой согласен. Так, побежали. Ага, хорошо, хорошо. Бом. Вот это, вот это акуерто. Просто акуерто. Акуерто, ребят. Если вам так же за сам акуерто, как и мне, то ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Я тоже акуерто, да? Да сколько вас вообще? А, я ж подымусь к тебе, ты ж понимаешь, что я к тебе сейчас подымусь? Ты ж поднимаешь, что я сейчас к тебе подымусь? Можно мне РПГшку или нельзя? А ты все никак не успокоишься, да? На, лови. Акуерто. Опять этот полубык. Да? Правильно я понимаю, опять этот полубык. Да. До побачення. Что могу сказать? До побачення. Акуерто, ребят. Жесть, как я обожаю эту ППшку. Я думаю, с винтовки, конечно, было покруче. Ну ладно. Мне из ППшки тоже неплохо. Так, давайте примем. Давайте примем. Ага, куда нам надо? Давай. Что-то чувствую, чтобы не станем с тобой человеком-пауком. Если нас это падла укусит. Так, ребяточки, нам куда вообще? Нам вообще куда? Ага, нам вообще сюда. Все? Переключилось, да? Падла. Все-таки кусь хочет сделать, да? Все, красавчик. Идем дальше. Только погоди, по-моему, в шкафчике может быть что-то интересное. Порох, хорошо. Так, 50 и 25 тысяч, тоже неплохо. Но надеюсь, они нам уже не пригодятся. И это уже будет финал. Сейчас, секундочку. Да, нормально. Пошли тем.
Следуйте за Эшли. Эшли, Эшли. Жди, я скоро. Эшли! Моя ж ты спящая красавица, ля. Спишь? Ты здесь, дитя мое. Папа, это ты? Тебе нужно. Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на земле. Весьма скромное желание. Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли уже срослись с нашими. Херон. Зачем ты отвергаешь благо? Просто прими этот священный дар. Как сделала она. Седер! О да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Леон! Давай! Просто акуерто, что могу сказать. Черт. Надеюсь, нам сейчас не придется отбиваться. Лаборатория Б. Кажется, нам сюда. Хорошо. Если бы еще знал бы, как вылетит лаборатория Б, было вообще бы лучше. Спасибо, спасибо. Что за хрень? Спасибо, что так темно. Блин, Леон, ты столько зомбаков убил, я сейчас еле идешь. Блин, крыша едет. Да-да, чё-то кукухой мы с вами едем. Так, лично я ничего не вижу, хотя я сейчас сижу в темноте, записываю, но вообще ничего не вижу. Вот это я понимаю, вот это вот Леон, не то что в последнем Resident Evil, кто смотрел фильм последний, как там Леон был такой полу этих. Леон, где стали библиотека? Блин, вот такого Леона я, конечно, посмотрел бы на больших экранах. На меня не действует. На меня не действует. Леон, вставай. Вставай, Леон, вставай. Не действует на нас. Нет, не действует. Все, красавчик. Неужели у нас этот ключик оказался? Прикиньте, я хотел продавать все ключи. Вот это я бы сейчас бы как бы так бы немножко просто волосился. В этот раз. Если продал бы ключик. Пришлось бы переигрывать полностью игрульку. Ну ладно. Сначала ты. Нет уж. Говорил же, я верну тебя домой. Вдруг ты копыта двинешь, нужно же проверить, правильно? Правильно, Леон?
Только самое печальное, что он дверки не закрыл. И сейчас мы будем сражаться с боссом, пока с нее достают мутанта. Было, не было. Угадал? Ну и чувствую, сейчас будет больно. Скажи, что тройню родила, да? Да не прикалывайся. Леон. Wake up. Wake up. Так, глава завершена. Ладно, сохраните. Да, я хочу уже завершить прохождение. Так что давайте смотреть, что нас ждет дальше. Эшли. Эшли. Ты же в обморок упал. Я боялась, ты умрешь. Я понял. Это ты все сделала? Ну да. Да, кто же еще? Ты можешь встать? Это карта? Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Ну, мы же команда, да? Угу. Чи-чи-чи-чи-пи-дэйл. Круто справляешься. Кунап спешат. Так, хватит уже, давай, давай, идем. Так, все же вытащить паразитов помог Луис? Да. Мы живы. Благодаря ему. Выберите с острова. Куда нам нужно? Угу. То есть куда-то сюда, да? Путь к спасению. Ладно, ладно. Прости. Давай смотреть. Мы же команда. Давай, команда, спускай. Чтоб на нас сейчас мутанты не напали. Ага. Только не знаю, зачем я на второй этаж залез. Да все нормально. Лучше некуда. Крыться лучше всех. Ага, ага, теперь понятно куда. Теперь понятно куда. Непонятно, зачем мы с вами поднимались на второй этаж. Так, Эшли, аккуратно. Аккуратненько. Идем. Ну и место. И не говорим. Так, нам куда нужно? Нам нужно сюда, да, наверное? Слушай, та женщина, она же спаслась? Да, по-любому. Думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Не ревнуй, детка. Она 3 раза хотела меня убить, так что... Так что тебе нечего переживать. Все, умничка. Фразу «не путайся под ногами» не слышала? Так, ага. Понял, значит, ручку тебе подавать не надо. Будет окей. Идем. Блин, вот реально хотелось сейчас бы просто пройти. Просто пройти до вертолета, или до чего мы там идем. И перестать уже этим всем заниматься. Один есть. Все.
Отойди! Да! Не отходи! Ладно! Стой там, иди сюда. Так, ну если это торговец, то... то торговец нам, в принципе, не нужен. Я уверен, что торговец, да? Да, здорово. Так, ручные гранаты. Что у нас есть? Да у нас, в принципе, все есть. Так, ладно, идем, Эшли. Идем, зайка, идем. Это... Что? На что смотреть? Ада. Это Ада. Это Ада, понятненько. Опять не все, да? Пытается меня выманить. Ладно, у него это получилось. Будь здесь. Я быстро. Ладно. Донде стали библиотеки, детка. Ада! Черепушку ей только чпорк. Спайдермен. А ты? Ты отверг. А ты? Нашу святую плоть. Великий дар. Что сроднил тебя с нами? Тебя надо очистить от грехов. Так, стоп, зайчик, у меня для тебя есть маленький подарочек на циферку 8, она сейчас будет. Это датство, неискупимая ересь. Но кто, как... Все, до побачення. РПГ решает, ребят. Но походу не совсем. Твою ж. Как же ты меня заколебал. Ой, не говори. Так, и что делать? Вот твой истинный облик. Монстр и внутри, и снаружи. И ты не в моем вкусе. Дело не во мне, а в тебе. Что делать? Что делать, падла? Отстань, пожалуйста. Отстань. Ну я нажимаю. Ребят, я нажимаю. Я не знаю, что делать. Держи! О! Где? Донде стала библиотека? Ха,
Твоя святая плоть слаба. Ты что, бля, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. До встречи, Леон. Леон! Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Выберите с острова. Угу. Надеюсь, нам не нужно сейчас будет отбиваться от всех, и тут надо будет просто бежать. Все, пора. Так, валим. Да. А куда валить? Понятно, что с острова, только в какую все, сторону. Надо сначала выбраться. Только в какую сторону? Пожалуйста. Говорит, если выживем, отработаешь. Так, побежали. Что происходит? Без хозяина они ничто. Теперь им конец. Давай, две минутки осталось. Давай, побежали. Ага. Неплохо, да. Все, шикарно. Экстрим любишь? Обожаю. Тогда тебе понравится. Угу, нам еще дают поуправлять. Прикольно. Прикольно. Так, честно, не знаю, что тут комментировать. В принципе, так. И так все понятно. Да. Ой, да ладно. Тихонечко. Все будет хорошо. Так, надеюсь, я правильно плыву.
Все, 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 еще чуть-чуть. Еще крапулечку. Давай, 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 давай. Yeah, baby. Ты цела? Да вроде, но было страшновато. Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Слушай, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты и сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножами. Все, пора домой. Прием, это гнездо. Как слышно, Кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон! Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте! Happy End, правильно понимаю? Только не знаю, куда он отправился. Ему бензина хватит буквально часа на два езды, а дальше они что, вплавь будут? Блин, а что могу сказать? Игрушка прикольная, конечно. Были моменты некоторые, которые меня выбесили. Это с блужданием непонятно чего, куда вот эти вот загадки. А так, в принципе, хорошая игрушка. Всем советую. И да, и меня немножко поднапрягло то, что в некоторых моментах лагало. То, что системные требования здесь очень-очень-очень сильно большие. На обычном компьютере не поиграешь. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел все 235 серий Resident Evil. Всем пока-пока. Ставьте лайкосики, пишите комментарии. И подписывайтесь на канал. Так что все. Всем удачки, а я пошел записывать что-то новенькое. Так что, мур-мур.